А перед началом данного ролика я бы хотел вам сообщить одну новость, которая случилась с этим каналом. Нет, ничего страшного. Наоборот, кое-что очень интересное. Во вкладке «Каналы» вы можете найти новый открывшийся канал, который называется «Дарил Геокс». Кстати говоря, я очень благодарен тем 7 людям, которые нашли этот канал и без этого сообщения. Что ж, обязательно заходите и подписывайтесь. Недавно там вышел марафон, в котором я прошел сразу 22 демона на телефоне. Так что подписывайтесь и следите за новостями. А теперь переходим к ролику. Итак, на этой плоскости мне предстоит построить комп. Но мне кажется, что лучше создать новый мир, в котором не будет животных и в котором будет постоянно день. Это видео будет отличаться от прошлого ролика, который вышел примерно 7 месяцев назад еще на старом телефоне, где я построил гигантский компьютер в мире Майнкрафт. Сейчас я это буду делать уже на новой версии 1.16.0.51, ну и поскольку я потерял старый мир с тем самым компом, мне придется его построить еще раз на новом телефоне. И сейчас здесь все будет с настоящими доказательствами. Некоторые меня обвинили в том, что я просто взял и скопировал эту постройку у какого-то ютубера, но отнюдь это неправда. На самом деле, это построил я сам. Но чтобы вы мне поверили, это я буду делать сейчас, прямо на ваших глазах. Если вы не верите мне, то вы можете загуглить всю информацию, которая написана сверху. Эта информация появляется только на бета-тесте. Написано Huawei ZTE LX1. Можете забить эту модель и увидеть то, что это модель Honor 9X Premium, ну или просто Honor 9X, который как раз таки у меня и имеется. Что ж, приятного просмотра, мы начинаем строить комп.
two are getting rough. My mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 no. Just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 no. No, no.
Ну вот и все, дорогие друзья. Первая часть постройки нового огромного компьютера в Майнкрафт подошла к концу. Обязательно оцените это видео лайком и подпиской, ведь я очень сильно старался. С вами был GeoxGD. Всем пока-пока. Mm-hmm.